спортивном комплексе «Динамо» проходит турнир по борьбе самбо, посвященный памяти мастера спорта международного класса СССР Алихана Божева. Организатором соревнований выступают динамовцы, а также друзья и родственники Алихана Ибрагимовича. Сегодня состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняли участие ветераны отечественного спорта, одноклубники и соратники Алихана. От лица семьи почетным гостям турнира были вручены памятные медали и подарки. Алихан Божев являлся серебряным призером чемпионата СССР среди юношей 1981 года, серебряным призером Кубка Советского Союза 1986 года, победителем Кубка мира 1987 года, бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди мастеров 2014 года. С 2007 по 2010 годы занимал должность председателя ингушской диаспоры Кыргызстана. А последние годы жизни являлся вице-президентом Федерации самбо Кыргызской Республики. К этому добавим, что организаторы соревнований выразили надежду на то, что в следующем году этот турнир войдет в календарный план спортивных мероприятий города и республики. Вот, до конца.